Игрок команды «Чайка-1» Денис Трушкин встал на коньки в 4 года и вот уже 10 лет занимается хоккеем. Рассказывает, что это настоящий мужской вид спорта, где много силовых и кардионагрузок. Денис стремится забивать много шайб, как и его кумир, легенда хоккея Александр Овечкин. Команда, в которой играет юный спортсмен, сегодня завоевала очередную победу, а сам Денис стал лучшим нападающим. Нам нельзя проигрывать, мы идем только вперед, к победе. Самое главное, нам победы нужны. Голов побольше забивать. И никаких поражений нам. В самарском спортивном комплексе «Орбита» прошли завершающие матчи городского этапа Всероссийского детско-юношеского турнира «Золотая шайба». Этот старейший спортивный турнир в стране основал знаменитый хоккеист Анатолий Тарасов еще в 1964 году. Если вы возьмете на сегодняшний день любую фамилию великого спортсмена, хоккеиста, значит, то его начало, да, вы найдете обязательно в «Золотой шайбе». Это не миновало Вячеслав Фетисов и Мальцев. И, ну, вот я могу сейчас, знаете, там час потратить, да. Значит, это все, так сказать, вышли через «Золотую шайбу». Собственно, и большинство куйбышевских, самарских спортсменов. Каждый человек, который болеет душой и телом за спорт, есть такая возможность. И, конечно же, у тех ребят, которые принимают участие в этих соревнованиях, они для этого и были созданы, для того, чтобы отметить молодых спортсменов, талантливых спортсменов, и взять их, соответственно, уже более такой усовершенствованный тренировочный процесс для того, чтобы они стали в конечном итоге, да, звездами спорта. В средней возрастной группе золотым призером стала команда «Чайка-1». Серебро досталось «Чайке-2». Бронза – команде «Медведи». В младшей возрастной группе золото взяла «Чайка-1», серебро – «Ястребы», бронзу – «Меридиан». Победители турнира будут представлять команды на региональном этапе всероссийских соревнований «Золотая шайба». Светлана Кудрявцева, Максим Беспалов, Григорий Плешаков. События.